Губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова на федеральном уровне поблагодарили за телекомпанию «Независимое телевидение Севастополя» и 35-ю батарею. Об этом сказано в письме Оргкомитета 4-го Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация». Председатель Хоргкомитета цитата, выражает губернатору Дмитрию Овсянникову искреннюю благодарность за участие в четвертом всероссийском открытом телевизионном конкурсе «Федерация» телекомпании «Независимое телевидение Севастополя» НТС и поздравляет вас с высокой оценкой работы компании. Финалиста с фильмом «35-я батарея. Жизнь потомству в пример». Конец цитаты. Конкурс «Федерация» проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты России, Минкомсвязи, Совета Федерации. Цель конкурса – поддержка и продвижение региональных телекомпаний и региональных производителей телевизионного контента. В письме Оргкомитета отмечается, что лучшие работы будут размещены в эфире более 100 региональных вещателей. Благодаря фильму НТС ⁇ 35-я батарея ⁇ Жизнь потомству в пример ⁇ об истории Севастополя и его достопримечательностях узнает вся страна. Цитата ⁇ это огромный вклад в продвижение имиджа региона и расширение туристической и инвестиционной привлекательности.